Добрый день. Парень периодически употребляет наркотики. В скобочках траву, расслабьтесь, траву всего лишь. На отношения это никак не влияет. Но я даже скажу, это очень сильно улучшает отношения. Что значит никак не влияет? Но пугает перспектива связать жизнь с зависимым человеком. То есть никак не влияет. Можно ли считать иногда зависимостью? Нет. Это же иногда какая-то зависимость. Ну, это то же самое. А мой молодой человек иногда педофилит на детских площадках. Но не часто. В основном он хороший человек, здоровается с бабушками, там, переводит пенсионерок через дорогу. Всяк, да, очень хороший человек, в дружину народную вступил. Ну, иногда педофилит. Не глубоко, не волнуйтесь. И не так часто. Вы вообще понимаете, что такое зависимость? Я один должен вот это все понимать. Никакой зависимости не бывает такой, что такой сидит мужик такой, да, такой. Планирую зависимость. Очень интересно мне зависимость. Сейчас вот не знаю, какую зависимость выбрать. Либо синьку жесткую такую, чтобы прям, ну, каждый месяц запой 3 недели, там, да, там. Или такой тяжелый герыч такой, чтобы, ну, лопнула вена, черная река, вот эти все дела. Да нет, никто так не планирует. Все выпили немножко шампанского, посидели с пивом, с хорошими друзьями, немножко дунули, ведь это как весело. Мы же в Белгороде живем, как еще разнообразить? А так накурился, как куда? Вы хорошо. Прям смотришь по сторонам. Барселона, мать твою. Залезьте, забейте, ну, в интернет. Ну, там же уже скоро разрешат, гашиш разрешат. Ну, не так сильно его разрешают, даже в сильно продвинутых странах. В каких странах гашиш разрешен? В Штатах разрешен, в некоторых штатах, да, да, такой легал, каннабис. Рекламы нету, носить нельзя. Зашел, дунул, спрятался. В самом демократичном штате. Почему так? Вы вообще видели людей в Калифорнии, где разрешен каннабис? Я видел. Такого количества бесов я нигде не видел. На день города... В Курске. Меньше их. В Голландии разрешено. Разрешено в Голландии? Не, ну в одном районе, где туристы ходят тупоголовые. Шоколадки себе покупают там. А местные это вообще к этому относятся, как придурка. Они смотрят, как цирк там отделили вот этот легальный каннабис для психопатов. Которые накупят шоколадок, домой поедут, потом сидят 8 лет, дебилы. Я в Голландии купил, там можно? Товарищ таможенник, что, а как, нельзя оказывается? Нельзя, тварь. Это наркотики. Да, это не героин, согласен. Но это наркотики. Да, это даже помягче, чем алкоголь тяжелый. Но это все равно наркотики. Да, человек, который иногда курит гашиш. Где он берет этот иногда гашиш? Какие версии? Не бойтесь спалиться. Ну, очевидно, конечно, вряд ли он идет в аптеку такой, заходит такой, ну, или в собес пришел. Насыпьте мне пару коробочков для расширения сознания. Или на балконе он выращивает, что ли? Да, конечно, ага, да, да. Вы выращивали когда-нибудь на балконе? Ага. Что вы там вырастите? Там надо будет тонну скурить этой херни. Укроп вставляет сильней. Чем то, что вы вырастили в Белгороде на балконе. Будете рассказывать человеку. Я служил в военно-космических силах в Казахстане. И это практически был главный носитель, который выносил в космос.